И первый из этих вопросов был о том, почему Петр Леонидович не провел сессию парламента. Да, Фатима Захарович. Как бы я все-таки бы хотел на этот вопрос ответить. В это время Алан Сергеевич в силу уважительных причин пребывал за пределами республики. Мне было поручено провести сессию. Еще раз я вам напомню, что еще тогда я подчеркивал, что я не исполняющий обязанности был в тот момент, а просто заместитель. Мне было четко, ясно сказано, что я должен провести сессию с теми вопросами, которые уже были определены на повестке дня. В числе этих вопросов не было вопроса о том, чтобы вынести проведенный отчет работы комиссии на сессию парламента. Информацию, да. То есть я связался, еще раз спросил об этом. Мне сказали, нет, это прерогатива президента. Я связался с президентом, и он подтвердил, что да, эту комиссию сделал я, и поэтому выносить вопросы имеют право только я. Поскольку мне не было поручено и не было разрешено провести сессию парламента с каким-то другим вопросом, я ее не провел. Это вам объясняю. Но в таком случае у меня тоже сейчас возникает вопрос, а что поменялось? У нас погода лучше стала, хуже стала, или у меня рожей, скажем так, я очень здесь не вышел. Я что, хуже бы провел сессию с этим вопросом? Я так понимаю, что тут достаточно неуклюжая была попытка меня подставить, но вот я вам еще раз говорю, что я этого не допущу, что меня подставляли, я не допущу, что меня сделали врага народа, и хватит уже. Мне уже хватило. Спасибо за внимание. Я с вашего позволения покину зал, не потому, что я проявляю неуважение комиссии, которая поработала, а потому, что я с работой комиссии ознакомился на самой комиссии. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, присутствующие. Довожу до вашего сведения информацию о проделанной работе комиссии по делимитации демаркации государственной границы Республики Южной Осетии и Грузии. В нынешнем составе комиссия по делимитации демаркации государственной границы Республики Южной Осетии и Грузии была образована указом президента Республики Южной Осетии от 29 апреля 2021 года. Целью работы комиссии является одностороннее определение линии государственной границы Республики Южной Осетии и Грузии. Комиссии были исследованы протоколы заседаний и материалы работы предыдущих составов комиссии. Однако исследованные документы не были предоставлены, несмотря на письменные запросы. 16 июля 2021 года комиссия была образована рабочая группа по изучению картографических характеристик государственной границы Республики Южной Осетии и Грузии, отраженных в приложении номер 1 к альбому листов карты государственной границы Республики Южной Осетии и Грузии. Вышеуказанное приложение находится в составе документов проекту закона Республики Южная Осетия о государственной границе Республики Южная Осетия, вынесено на рассмотрение парламента 28 августа 2019 года. Картографические характеристики приложения были сравнены с данными прилегания административной границы Юго-Осетинской автономной области, которые зафиксированы в декрете номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии от 20 апреля 1922 года. Декрет является базисным нормативным актом, определяющим границы Республики Южная Осетия, которая является правопреемником Юго-Осетинской автономной области. Информация рабочей группы по результатам проведенной ее работы была представлена в комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Представленная рабочей группой информация свидетельствует о критическом несоответствии линии государственной границы Республики Южная Осетия, определяемом приложением картографическим данным, отраженным в декрете об образовании Юго-Осетинской автономной области. Это несоответствие составляет более 200 квадратных километров в ущерб законных территориальных интересов республики.
комиссии протокольно зафиксировано решение о несоответствии приложения декрету. Более подробно о проделанной рабочей группе работе доложит руководитель группы Уставит Роберт Георгиевич. На основании определенной рабочей группы работы составлен план, проект «Карта-план государственной границы Республики Южная Осетия». В настоящее время проект «Карта-план государственной границы Республики Южная Осетия» находится в стадии детализации и согласования. Необходимо отметить, что при изучении нормативных актов правительства Республики Южная Осетия, принятых в целях исполнения закона о государственной границе Республики Южная Осетия от 9 июня 2010 года, рабочая группа установила, что правительством Республики Южная Осетия 9 августа 2017 года было принято постановление номер 34 об установлении на территории Республики Южная Осетия пограничной зоны вдоль государственной границы Республики Южная Осетия и мерах по обустройству государственной границы Республики Южная Осетия. Приложение номер 1 выше указанного постановления приведено описание пространственных пределов пограничной зоны на территории Республики Южная Осетия и государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Выше указано описание пространственных пределов пограничной зоны на территории Республики Южная Осетия вдоль государственной границы Республики Южная Осетия принято в условиях отсутствия одностороннего нормативного закрепления государственной границы Республики Южная Осетия. Отсутствие привязки пространственных пределов пограничной зоны на территории Республики Южная Осетия вдоль государственной границы Республики Южная Осетия к описанию административной границы бывшей Югоосетинской автономной области, определенной декретом номер 2 от 20 апреля 1922 года, привело к необъективному определению государственной границы Республики Южная Осетия, а следовательно и пространственных пределов пограничной зоны вдоль государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Остается неисполненным пункт 4 постановления правительства, предписывающее администрациям Джавского, Знаурского, Цхинвадского и Ленингорского района трехмесячный срок после завершения одностороннего описания государственной границы Республики Южная Осетия отвести в установленном порядке пограничным органам постоянное бессрочное пользование полосу местности шириной до 50 метров, проходящую вдоль государственной границы Республики Южная Осетия. Декрет и бафарщина, когда мана декрет описаны, когда мая, стык фенинг хэнджина, но хам видимо таска. Значит, граница с запада начинается у истоков реки Чанчахи, это декрете написано. У истоков реки Чанчахи и его притоков пересекает высоту 8872. Значит, здесь мене вынекаем хам красный линия у 19 годен ше картар барвесту. Мене красная линия. 19 годен кайр барвесту. Ау красный линия ау и. Ме фиолетовита у а декрету. Значит, мене хауше промежуток. Истоки Чанчахи мене. Чанчахи шау мене красный линия ал прама. Ма его притоки, хавтафасчи, истоки и его притоки на Чанчахе. Значит, мы нам стигдали приток-то, мы удон ахсе, дартер пересекает высоту 8872, мы наша высота. Далее по хребту пересекает гору Цитель-то, мы на гора Цитель-то. Игнер, ты же мало. Западная часть, начало западной стороны границы Южной Осетии. Западный. Это начинается с Северной Осетии, эта граница. Пересекают меня высоту Цитель-то. Пересекает реку Чанчахи, мене хамшаю Чанчахи. При впадении в нее
реки Геске. Мене хаше куме шаве Гескейду. Вот мене ам зене впадает в реку Чанчахи, мене аше точка. Мене в Геске кум дар фенин кену. Мене в Геске кум. Мене шаве река Геске вен аше. Технический тачбайн бойду. Мене гиске кум-кум, мазене. Продолжается на юго-западном направлении по отрогам горы Геске. Мене хамгу гора Геске, мене ойтову отроги. Мене амзене, что север. Мене, значит, север мемов, так как сказать, именно. Вот сейчас именно, мене север и мене ашердеге, на юго-западном направлении мене кесуте шаве. И пересекает гору Геске западнее этой реки, то есть Геске западнее мене пересекает. Ама, где из, значит, село ваше кау водис, этот как его, заброшена, ирун кау. Айлорта кау, мене ашеван, мене я са шаренатта, боззадысты, мене. Значит, мене кэше геске рога юнг шефенин кутту. Аушерон ма этот как его представленный карта я уихсани 30 квадратных километров. То есть удонко бафтовой я квадрат уже ушеве, а идаш 30 квадратных километров. То есть. Далее. Пересекает реку Герула ниже селения Коз, реку Кверула восточнее селения Кеди. По отрогам горы Велонта пересекает высоту 716. Мене Коз, мене река Гарула, пересекает реку Гарула, мене Кведрула, восточные селения Кведрула, спускается по отрогам горы Велуанте, мене. И пересекает высоту 7616. Ашран Махшевенем, значит, ниже селения Коз. Камжуренч, умай, ракутуй ме, джи отперстуй, кавы, мене юхажар, хажарта, унтай. Юхажар, ты боздоби, дуга хажар даже, мене хажарта, козы хажарта. Фале противном случае мене кведруло я тая, але мас хостуй, мене аше кумме. На 5 километров. Мене? Хордиги, ордам с хостуй на 5 километров. Кадми я козам тая, так ка вале рахтуй. Я им иду декрет я фасы, что одинаково. То есть, шос кума раша, умдер кума ибеш раша. Дорта,
Рох рокут туя уки влет мер бахостой, уки влет хухтау, койса и так касарма. Мене надор возе, мене койса, мене так касарма. Мене ашуронсте, идат койса, пеширот, мене ашуронсте, пеширот сарма, уки влет хух, ме ордамер бакут. Мене ордамер бакут. Урдиги мене ахсарджин, ахсарджин рахтеле рахтуй. Мерткаджин ма вохсайр бакуттуй. Мене уши висота 7-16, ма боеви. То есть декрет има та хамнагай боеви. Еренам вахада касут койсоян, я висота та югул дар шивовараста. Ордиги уки влитай, мене урдаму где-то 1700-1800 метров, мена една. Прямо една, кумна. Мон тако ма Велонтай ше, да? Велонтай, уки влет ма тоу 2,5 километров. Хай бершай фаста ма роха, иде мохрда ма, бахастуй граница. Козы шад ме, тенге вахсар, бахастуй коза и урда му, где-то 2 километр, 1700 авто, козы шада и мена граница, когда ма бахастуй урда. Мена сих сами, кау, уши кау, ну, на коды кемен. Он койса, чьи зунджиной. Шакам. Мене козы шады фали, мене идут. Шакам гой идут. Ме хардам та бентундер башади почти на 800 метров граница. Хата я жюри, что кведрула е ме кома восточный роша. Ме восточный я фонч километр с хостуй. Мо хардам. Ме козы та кавул тра ахтуй. Кам? Уджин же умерли. Уджин же так. Как че и сваду уджин. Мене мертка джинай, мене батрахой, не батрахой, вальтер, бах из граница, урдам дар 2,5 километров. То есть квадратура составляет 25 квадратных километров. Разница дает. И при том, менохам, так идет стратегически барзанта и улдар лаверда шедесте. Далее, согласно декрету, граница пересекает, то есть да, далее декрета, проводит границу через гору Кудев, немного западнее высоты 2932. Продолжается на юго-восточном направлении вдоль подножия высоты 6013, пересекает правый приток реки Квирилы, северо-восточное селение Переви, проходит восточное селение Переви, пересекает реку Квирилу, восточная высота 2170. Меня от Бофорстуне, меня так кафе не уже дождь. Значит, вот высота 7616, гора Кудев, проходит западнее высоты 2932. Меня декрет макутку мешало. Меня высота 6013, меня наша точка. И по подножию этой горы пересекает правый приток реки Квирила. Меня хорда мафтагун дугообразно башеди правый приток Квирила. Меня шарам. Мафесту авта, что пересекает правый приток реки Квирила севера, восточнее селения Переви. Меня Переви. Мена ше точка я, ендерджи, не охам точка, кашрана именно по декрету с пересекат хана. Ендерджи, не, юронда. Далее, по восточной стороне этот селения Переви проходит. Упирается, мена высота 2170. До горы Пиранга.
Нави тоже шоу нам мог. Значит, мене гора кудев, кем жуле, что пересекает гору кудев западнее 2932. Ам тая в нам наоборот. То есть то же самое, только в нашу сторону. Ну, чем было? Чем было? Не было, не было. Границу передвинули. Меня, знаете, как жули, что гора Кудев, декрет Магаска, западнее 2932, пересекают гору Кудев. Мем то сарастой восточнее. Дальше меня те делит, шу рахтала хасти. Значит, хохете шадун баззади, хохете ду менам ркасутам, хадак прямо баззади, шеве мене адам кем шардысты, мене хохет кем шарды. Мене сел заев шиди ардам, ябене баззадысты мене. Ме видя баззади гожусты. Мене, пожалуйста, мене. Мене хохете шадун, ну тай. Мене, да хохете ду, мене шеве. Мене. Мене хошерон, фестея бене ойдода. Мене хошерон. Мене вохтом, фала. Товенч. Значит, мене хоша точка я, значит, мене правый приток реки Квивило. Кем с пересекать кене? Практически урдыге на 1,5 километра в мене рогмас хостуй. Мес рогл дортер шелме корзмоне фендогдер, кем дерте пересекает. Мене? Контролируй. Метом кет фести, куда пар... Хоше расхождение, а? Умтал кет фести, а это шеве. В смысле кот фесту? Мам приложение, я такой мабофар своем кот фесту. Не, мам кот фесту, а вот чутко я. Он полохтая фесту, вы идешь, кумер шеву, ты хоха хохолова. Я им иду, дай декрет интерес кене, а? Кот шеву. Да, да, декрет интерес. Висота 6013, мене вали, значит, по подножу висоты 6013, пересекает правый приток реки Квивила, Мене правый приток, мене пересекает. Северо-восточнее, мене, значит, тофта, ирентакке, касам северай югрдам, касам мене ирентакке. Мене перева, мене аша точка у, я северо-восточная часть мене аша. Вы можете так, я вам гужу, как сташи, вот ташу. Мене... Мене хохит ласан кашрдам рош, кадам рошади. Мене фат тарзи мен. Мене. Ме посту усы вартуй, мене шо. Кашрдам, або? Мене. Значит, хохит дайм дуд, умиси дарот. Мене, дот, кум кум мя загон. Мене, значит, ше картор бор вистуй. 19 года. Хаушерон, хохит эдодам, захебе, эд шод, Эддун задесте гуржестунурде. Ме хохет исков эпостат, что хохет гуржестунурде. Вот вы не зовут, а? Висотом, а фенинке, мен овдиге, от шуткешей родит. Красный линия журис? Не, не. Висота. Декрете висота. Висота. Вот она, вот. Ме самое удивительное то, что именно разница менеджеру из карта тофта зарунд карта. Ме же иве юта, ратте вайн бойдай, то есть, едай, хашу линия, джашу дам, никор бахасти, фала, вайн бойдай, вайл дарте, фала, удон юл дар, раста стумам, ме, висата 6013, ме, мене хардыги, мене хардам иул дар, уйя подножи. Олрон дар, уйя подножи. Это уже зависит от того, уже переговор тукор бодай, ме, кут, оскучо канжина. Вода уже, хауша территория уже идет конец, оспариваешь или тарфендов тек конец. Значит, мене разница...
Хошерон, дуа линия Эхсан, ше территория Боззоди, Удуна, Уман, я квадрат ура у 12 квадратных километров. Су, а мои исто вопросы еще? Не, не, Далее, согласно декрету от горы Перанга, у меня гора Перанга, высота 5201. Граница тянется на юг по отрогам этой горы, западные реки Дзируль, пересекает последнюю и проходит по хребту Каприлиссери до высоты 472. Он меня, значит, севером, именно Шамеян севером, на юг Касан, на нафта, меня, то есть на юг, меня, я декот фесту, афта меня, фиолетовый линия шава, на юг, по отрогам этой горы, меня хайта амта шава река Дзирули. Западные реки Дзирули пересекают последнюю, то есть реку Дзирули, и по хребту Каприлиссери до высоты 472. Значит, амта махшевена. Здесь именно не на юг, а на восток, к нам, вглубь нашей территории, меня по хребту и Аохтуй. Значит, Перанга и отруга, и меня уже высота, я номку так не кодикам. Фала 4,5 километра углубились в нашу территорию. И вот эта территория составляет по квадратуре 22 квадратных километров. Значит, хордам надар фандоги, надар же шараги, нише джофта у просто у меня дон же и светчага, на у ярги я у дон, у меня дзирулику, у меня как чаша, она там собирается, у меня аркасу пей. Вентон дарен, основаны не ушерден шамашедесте, мах огуртон, огуртомай. На основании чего, вопрос тогда там, на основании чего на восток, я имею в виду, офта, говорится, что на юг, офта, меня именно подчеркивает, что на юг. Мы на восток, почему? Что причина? На дарже шараги, на дарже этот, ну, еще же, не еще, кто его отдал шайтахе? Мы ответ не сортом не кенем. Просто кто-то так захотел и все. Вечек. Мы видим, но ответ нам не. Материал та шар, вы стоим на хаше карта из выполнят хелем, мы видим, мог не сортом. Но материал та шар, вы стоим как бы фарс. Омек, омисе сардар чиу. Омисе чорта гешна така. Ерен каз, генштабы карта, он дальше. 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 Значит, меня Меня он так удивился, я сюда. Почти 1889 метров. То есть по генштабу, вы говорите, войника, без меня не чаджесты, а ум не сладжесты.
Меня автор по логике, то есть это генштабовская карта, то есть это совсем другое, это тактические карты, которые эндергозун сам кесен чудом, а мы уже карта увидим, как можно применять, я не знаю. Меня идет давно визота, что мама дарит сумку. Так, а мы из того вопроса из системы. Далее. Границу проводит по верхнему течению реки Чаратхеви и далее по отрогам хребта Капребиссери западнее реки Лопан. С юга пограничная линия продолжается по дороге Чорчани-Цнелиси. Пересекают реку Лопан ниже селения Цнелиси. Хам, значит, меня хаше кумешаве Чаратхеви. Меня этот отметка тесты. Чаратхеви кучал. Значит, меня хам, я не имею вопрос, фео, значит, он виду, чьи базы тоже точка. Меня на ни карта. Кадиска интерес, кене, меня уши карта, кеше бахасту и девять насти гуде. Но меня рбадет. Мы самер кесет, именно у охрем карта, кеше карта, эль, фест дересте, обозначенный дересте, юлдер, меня шкарта. Значит, по верхнему течению Чаратхеви, бме ашади. Далее, по отрогам хребта Капребиссери, то есть по отрогам Капребиссери, мене. По дороге Чорчанацнелис, мене. Пересекают реку ниже селения Цнелиси. Этот лопан ниже селения Цнелиси, меня автошел. Хам херен, значит, самый главный, где шел. По верхнему течению Чаратхеви коршава юрдыгме. Вот уже меня хаю хребет. Меня хребет. Меня аша висота. Хадунесте, высшие точки именно хребта Капребиссери. Меня хашеран. Меня хат, адун. Меня Чаратхевил коршавай. Вот уже, значит, Махрдыги, Южная Осетия, Рдыги, уже хребет, Налбахауджина. Меня Чаратхевил коршавай, вот. Фала Чаратхеви кус проигнорировать кенай. Вот уже меня кесе сашеди. По хребту я, по вахту, хотя меня хашер точка хребету, меня аш точка. Мастей уже высший точка, там меня ордам рохастысты. Меня ордам. Меня ордам ша, одунсты высший точка, там хребетам. Мы уже и нердам оохту. Мохрдам. Меня маше позиционер бокасан. Значит, меня хаша линия, меня 800, я висота дар, 886 метров, меня он кемфенде дар. И у меня он 926 метров. Фала хаша ран юл дар, у меня 1042 метров, меня 1044 метров. То есть меня хаша этот линия кавлте вахчава, что у меня домой висота тар рахтам, меня ше линия. Хам дуэ линия из, мэ бенаг линия, у наше цнелисы, мэна лопане, уэлте кутшэвэ, вай эдэт, эфсад мэна хамай дартэр на хизэнч, мэна хамай дартэр. Фэлэ мэна хай тау представлин на карта, мэна хау тэшэвэ. Значит, мэна мэня квадратура составляет 2,7 квадратных километра. Кэдмэджэ фэстэй баззади 21 квадратных километров. Меня базад стилдер. А меня карьер. Только карьер меня и вулдерсты меня шерон. А мы искаме вопросы, сэр. А мы гуржеты. Сергей, шпира полиста, политическую, ведь не карьер на радости.
То есть граница Южной Осетии. Мы тенгрос туда идем, мы наши карьеры, мы наши висота камеры. Уважаемый, стой, удун да. Хаю, этот хребетия висота, мы наши. Вы без теса бы на работу. Дуна наши. Школа. Не зум, не зум. Мило школа. Старная там, не зум. Кот сарапут, шрак, хала. Хордам, юшедестам, мы на хордам юшедестам. Кот нахи территория мы. Кот дорозен преградо, най вичиден, ниши не зарджен, има наша точка, ма бум гржиок ни ходи. Тофта не оди. Мене, значит, мене мох пограничник, та мене Ашерам Левич, мене. Вот они здесь. Сехсан из хох, мене гржиок тима, ме гржиок тата Левич, мене Ашерам, ай. Мене только у этот управление зовут. Мене я сар насте. То есть по большому счету это будем на земле. Мене пограничник, та оду будем на земле. Каражи меня на земле. Георгиевич, и вопрос. Мама, он им эдис. Значит, мадо бы нафтачи южа хашпан, там повам хашпан. Гуржекта, да, он камару бейхан, да, он гуржекта. Значит, и на линии. Мана дегностик, когда качер борьбы стоит. Валопи, но вот. Мана вот. Мама хуши карта крой, стоит как. Пако по любому гужа, кубики, чидат по морбы стоит. Тофта наша. Кова цау ше сырх миллион са, тофи зинками. Все, я же я сурну, хос остали, не видя. Остана вот. Я приму тяны, кутка, хуже тёрта. Мана домой, варата домой, улик тут. Аше мене кашеджи хове, хави 21 квадратних кілометрів, ма прямо мене дзірулікум, то 22 квадратних кілометрів. То есть каше лично ма хадак дара, коди дара, нікаку тоніш, ту джохам проблем, і сушеро. І тем болі мене мамасун туда, тем болі мене койсай дара. 25 квадратних кілометрів койсай ма. Койсай іску мене представитель, депутат койсай, іску фет тоніш ма уки влете хохе гржіогу іску. Адуристе, чорчунай, чорчунай бакумкум мен, мен адуристе. Мазагуржекта, сихартима, фест фест. Оше фокма, сахимдамса, окосмонса. Деринусти куды, мазагуржекта, мен адуристе, мен ашеран, дыстушейта. Гуржекта, сафутайдарса, тушту, уйду, боксахтайдарса, морусайдарса. Маджавшит бахажорбиш, тахажор, дыстуманса, систуманса, шосма. Умаса, тедерты угарданда, чудо. Тедерты угарданда, цар. Далее. Согласно декрету, ниже селения Цнелисы, граница поворачивается на северо-восток, проходит выше селения Атоци, пересекает реку ниже селения Укона, тянется на юго-восточнее реки Проне, пересекает левый приток реки Проне, ниже селения Кватетри. Ибон, пункты. То есть ниже селения Цнелиси, ниже селения Кватетри. Мен омфест, десте. Ма ибон комиссе пограничный тахистер. Ма мен журе Цнелисим бенай кусок там софам, ма там Кватетри софам. Ну, зен офта, Кватетри софам. Та доклад мол, левенка.
Он фестиофта, что ниже селения квоте трима, я кут софам, за не мор. Далее пересекает реку Проне Корнискую, выше селения Дван. Он, значит, меня хаше, этот, провели. Меня хаше кау кашу, меня ше кау. Я нам кутхой нам видит, представитель джемичи уши. Кашу кау. Меня ше кау. Хаше кау, навек кау. Ой же наведи. Значит, ниже селенят не лисай, меня вта кровожа. Не, меня вта, аулте. Ваттер не, фарады джеста. Рост не, ниже селенят не лис, меня. Умеме, давай сборами, меня отуция, меня ордам шасу. Давай, виш, он виш селена отуци жур орда. Мя ниже селена снелися. Снелися я вала рохтом. Отуци я тала вала вала мас хостом, гита на несколько километров. Мя чи орозы, не хада гейн орозы. Мя шам орозы, не хада. Мена овлеви, мена Он дал офташ, пойден нас, он меня скасут. Юнча. Хотя у меня до не ошердам, че хажар не меня гуржекта, но и меня унте. Хажар же не. Меня квоте три. Ниже селения квоте три меня рахасти. Шеджер Шеланджер, Шеджер Сафе Зайнимор. Фала, мене оше искажени та, хай вопрос лавертон картограф ма. Мофта ниши дома зуми мумо. Шеварян ту, вече ген дом сен, шеу не зу, мене ой. Ну, и не картограф Значит, мене ценелисай двонма. Значит, вот смотрите, мене ценелисай. Ценелисай двонма. Ценелисай двонма. Мене оше искажене так, а шесте. Оше искажене так. То есть, мене авто не что, мене именно фиолетовый линь, рохтом, мене авто как бы, это мене костостам, населенный пункт, там на костостам или как-то, именно рохтом, кудым был авто. Фала, мене оше искажене так, что я дон составляю 7 квадратных километров, мене дона и ценелисме, мене аду, июлиума. Менеджер, значит, вопрос та имена Хаше. Мене не красный линия кеми. Красный линия. А вы Ева Терес так и так. Вот из Грузии. Офкена мог там. Мене Жоржево и Високо. Жоржево, где-то Ме урдиге гецел ум боздоди, ме урдиге то гецел ошерги боздоди. Короче, офтер, ум биоси проблем. Мене картоплон кеше сарстан. Я представлял скуттам и дме рабочий группа. Уше картоплон, из альбом. Ме эсте кусоккай, мене алле границай кусок. Там ива и ваттеджи, ме 100 метрови кусок, мафта ив листали. Ме ви вит хай, что согласовани, джеку машала. Значит, за хой что, давайте начните работать по этой карте, не? Вот уже алле участок будут согласоваться именно, например, мене село этот как его. Это можно там кандок,
Вы уже согласованы, меня уже карта, но не сунни у меня офта. Мы уже кавы одам кене, меня районе, этот, сельский администрация, не? Ум хумая, кухар, фесса, иди, кайда офта, карта план. Мы уже ем куршавы, вот больше жесты, мы закут фан дофтя, сразу жесты, то есть это нет проблем. Фалакот ногу мидаг, мох на радиам. Выше селения дван написан. Мы ви каду дон сахадаг, этот нер бошавы меня, разные. Вот односторонним порядке, меня мохан кузахты, односторонним порядке определить границу. Мёроза. И все, мы гаскет. Дальше. Далее. Граница, согласно декрету, проходит параллельно северо-западной стороны дороги Дуан-Гуджабаури, пересекает реку Большая Ляхва, ниже селения этот, города Цхинвал и выше селения Эргнети. Мене хоми этот фендок зарунд картота дар фиктон. Мене я ми ду же фествен бой да арубна дорога. Я ми ду. О, мен шоди прямо мен олран дар. Мене хаше нови застройкат хесте мен аду. Верхни никузесте навек бастройкат мен аду. Адун фазин дисте 60-ти ниту кеши дарозай фасте мен аше. Она и фандок шеди комку, мама и бахости мене ордам, гуджа борно. Тем самым, мене хаше аэропорт кешу. Аэропорт не фала этот военный база, этот вертолетный баз, Никоз. Хай по документам числится, как на территории автономной области Южной Осетии. Мене это запрос дар орбитам, кутвен дар орбитам. Мы ходим к охранным службам кутун, мы с ноди эскадрилья прикреплены мохма, мы сайт того диафташту, мы к базету что едет схинвала демена, вади это дому, мы родина наша охранит кутун. У меня кудун балафташала, то есть меня два линия несте меня этот карич не видит, не два линия, мы наша линия, которую мы представили, меня едма картографа, мы увидел система, хам шала арх. Ма естественная граница. Ма любой картограф тарденен дарвзу най на саражжени, ком я уйл саразу. Ма мен афта кома шау граница. Сырхыр ма, але баскане его, сырхыр. Значит... Он може вопросить его. Знай, коде керам ме, тихре его варёк, кози я дик гуру дозу на Именно рассмотрим откуда то ДТП, где вы меня тихрева уже кусок ингранит сорха кепша. Вот я рассмотрим откуда ты гуру. Эрен гуру рассмотрим откуда ты уже дар. Меня карта и с Невкутто, я имею в виду карандаша, Невкутто в те, рохохай кутто, просто джотти от Александра. Мне фейхсту. И не с Невкутто, гоглуй то рутин, с Невкутто. Меня, Роза Сергеевна, меня роттун. Мне 37-й озе фейхсту. Фехсту я видел хайменно. Я не могу урдам, это конечно, молмочи хайхста. Фаласан факт именно декрет магаска, арашшедест мад декрет магаска, сте назахата. Я не умена каражима шепередават кутту, это не имеет значения. То есть шеде шардестам и умеет обла Советский Союз мадже паспорт на куди, кемфан дешер ничида на пигдар то. Мы мог... Обон жав район, тох канец Хинвальский район имеш, тут бета сте жав захет. Офтанав, офтанав. Мерин шо саразам, умай. Жавар дамир хастам, ви уйур дамир хастам. Одон сте декрет мегаскан, на захета.
Фест нику, надар декрет никой в той, вот там феникен отыщи, декрет номер 3, декрет номер 10, истин феникен. Вот иди, наджуд. Эрен, значит, мана на участке границы Арбу ма и пианис кеди. Значит, мана Ленин Гурма. Он мана, согласно описанию, мана аштр тексту. Ма просто его проходить, короче, идет точка та, он занес соленсте. То есть, мана меркасу та хадакш, хузан это джис, мана ма. Он бертурус. У меня ходу на это, но значение непонятно. Меня кесу. Ой, на хелеру. Меня орцы. Орцы у меня, значит, орцы у мархизены. Меня пограничная застава. Меня пограничная застава. Меня хам кусукта. Меня хер нашеран, не держи заводи, не держи хажари, нишеджи. Просто курорт тесты не было. Значит, граница я на урдге урдам 2-3 километра. Я на урдге урдам. Я на урдце имя кушавай. Аж фендогал. Вот, значит, с правой стороны ходу. Сты гуржи. Кирбали, Бершвети, Югулдарджесте, мене иде шхойно описан из те, идет шхойно декрете. Више идет Кирбали, Бершвети, Дзукота, мене. Значит, Арбу и пиани скеди, мене. Аше идна хохма, мене ами и пиани скеди, мене аше. Мене аше идет произвольни отклонени та юли месеку, бо порой вет составляют 35 квадратных километров. То есть мене в те жагале велема сетку ту, ну, основаны не и в те шема ложес. Олезни адарши ниши. Олезни адарши ниши. Бави чизу. Кад, кем же кади, кем же... Дедайду, контайт, да, вим. Фалафил дар именно кад. Именно кад, офта, шдерлор. Искуют красную линию на территории Штардар Кеннида. Мне хуй, у нам хуй. Эрен, офтазарам, мне именно. Мне уши рабочий карто кашу. Уши рабочий карто. Гананиме. Кемдар фекат дарает, кемдар фефил дарает. Ул кусын ка, фала, мене идет оп, че уже ис, мене, на чем работает? Име на юг башен. Значит, по данным декрета, пограничная линия от горы и Пианицкеди поворачивает на север, пересекает котловину, проходя западные линии села Никилянткари, Ирмис Сопели, огибает. В общем, до Джармукского перевала. В общем, шавмана рахтель шаве практически меджает ниши авта. Разница же ниши на шаве. Разница же ниши дапте. Именно, мене ломысы хух, мене Джармукский перевал, мене ломысы хухи юнг. То есть соответствует, то есть дофта рахтель шаве меджает ней. Разница же ней. Зимердун. Честно говоря. Ломи се жори мене. Мене и се ломи се жор. Ме, значит, там граница шева я вела шева. Ломи се жор, значит. Хребет, значит. Хребет, ли мене. Мене я, этот, мене и се.
Далее. Аджармукского перевала по декрету граница пересекает правые притоки реки Арагвы, западнее сел Ганиси Эрту продолжается на северо-запад по верхнему течению реки Арагвы, поворачивает на запад, пересекает гору Лехцити, тянется по линии водораздела между притоками Терек и Большой Ляхвы, пересекает высоты, там уже на схосте, значит, Рахта. О, Нахизахма. Он, значит, мене Ганис, село Ганис, мене. О, кстати, о, а уже видят, гадят, все кайф. Мене Ганис, то есть Арагви, мене шаве, Арагви. Вот Ганис. Вот это притоки реки Арагви, мене стейлдер. То есть мы их пересекаем. Мене селение Эрту. То есть Ганистер развалина, та вечина ли, построили же не швали. Просто это развалины остались. Мене Эрту. Аше пересекает вот приток Арагви. И далее. По верхнему течению Арагви. Мы меня уже дивили. Верхнее течение Арагви. Меня там то и лягцити. Легете сэр меня. Просто легете сэр. Сад мечатку тунем на меня. Красный этот 19 годы кэше. Картар барвосту. Ви меня ордам бою вен бойде. Мы видите. Меня автешаве. Значит, свои истоки река Арагви берет из озера Кейлецат. Мен ордыги. Мен авта аше хух висата енис. Агиба этиво мене. Кейле шада я исток таиса Арагви. Месте дуве шада. Почти югзет тесте. Мен авта та шада. Ханта мох кудунам. Значит, Харше ломис хохай, дарт тарашди по хребту, селе хохай юнг, селе хохай на запад, мачете хохма, стеноджи нью орды гьордам, где-то еще пар километра, вот эта точка андер висата. Арсава хохма, башан байда, то есть мене хаше кусоку, Аше кусоку 12,5 квадратных километра. Кэше мене хаше идат как его. Мене дам яфтар балык куттам. Хо, где кэн? Агисоте. Дортер, арсава хухай. Мене агибайт, мене аше шаттер. Мене легете сарме бахизе. То есть, мене селення Эрту, Эрту и мене граница Кешеронеша, Урдигея, мене аше висотаме на 5-3 километра велеме с хосту, мене фунч километра велеме с хосту. Квадратура, по квадратуре составляет 47 квадратных километров, это плюс-минус. И все, да, Роберт Лузевич. Мене две линия, а не мелше две линия, куда сте... Кешеронеша. Чия была кутта? 19 годы горта е Кешеронеша. Сърхлиня, сърхлиня, значит 19 годи нам кербар въсту. Ма ми деме мой кеше сърсърх, ви тоше? Ми деме, ви якоб, мене хаше линя, легър шеди, мене... Чи е бъл? Едат, не ли се до мене новай рахтер роли кутам, добавили я ими. Ти си картографте, сърстуй, ушърдем? Ху, ху. Ме чи дер? Ме хам, я, дофте навди. Я виду мене най... Азамат Ахсарович, захтайтун, кхеле шадай домай, наборо дайстам. Ме сами дави ушту, хай кхеле шаду, кхели, кхели сте бахой не хай. Ме кхеле шад тау мене хай. Этте баззади, хоме баззадай, кхеле шад. Ме хай тау те бахой не, мене хай. Ерен турист те кеме шевич, хави у те ба. Ме кхеле шад тазади те, Фашайра дадестам. Реально. Товарищи депутаты.
Мана радиам на. Могу радини по. Мана хам мана в нафени кану, значит, вот мана гудоури, мана горнолижник курорт, ну те. Ой, мана гудоури. Ма мох шесафтом, ам дуа гудоури бошаджина, ну те. Да, ма гудоури я шаме ма мотхсой ма хайт хеф фалам кутти. Не, 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 легенда на зону шайт хайти. Значит, мене крестовий перевалил кос хізой, вот я Голіфорс, северодам кушав, я Голіфорс, мене одум, стивдар на захата, мене одум. То, кема маєш в обусті? Каш фанду? Юрген, кмана шуфи? Шуф? Шуф, шуф. А. Шовдар, мене хам гудоури коду. Шовдар афта, то есть мене видот. Момсуне перевал. Мене шов. Мене са базата, ну це коттеджний поселок айндар, ай. Ахано. Мене окортуя, то есть мене хам мене кесута хадагай. Не валдарс хостуй, значит, Шамай горно курорт мопек дорам итхе. Значит, мене момсун тмо мафанде ше бохох кана. Мене фандогун уте момсун фандог. Протяженностью 10 километров оставался на территории Грузии. Мене. Мама, мене цитилтам шамай схизой. Мене сам шовул тордам схизам най. Мене одунсты именно фандог. Одунда зобыст. Там даже на троницу, Штаны, Ви хаве позурен, да ви име да правим хоска. А чиво, а се картограф чиво? Сте уши карточи не зокос, кој да удун да правим. Ето, кој да удун да